Приветствую всех, продолжаем играть в Сталкера, поехали. Школу надо залутать. И еще можно аномалию кое-какую проверить. В принципе, на этом-то все с этой Припяти. Попробую аномалию тогда осилить. Как мне на нее забраться лучше? Наверное, отсюда. Там упадешь, труп, да? Да. Падать нам нельзя. Yeah.
Да, надо как-то его привлечь внимание. Либо пострелять просто как-то. Может быть, побежит куда-нибудь. Но он не байдится. Один там остался, 100%. Не знаю, как его выкурить, конечно. Блять, аномалия, которая ёбнет, да? Как она вообще перемещается-то тут? От нее можно как-то мансить, интересно? В какой дом только мне надо идти, я не понимаю. Скорее всего, туда. Не очень понятно. Так, эта хуйня где-то там останавливается, правильно? Вопрос интересный, в какую квартиру мне залезать, либо в эту, либо в эту. Скорее всего, в левую. Там искоренение какое-то пошло. Бля, вот я не знаю, наверное, все-таки в левую квартиру мне. Я просто здесь не экспериментировал, если честно. Я не могу предположить 100%, на какую квартиру мне надо. Не, похоже, все-таки не понял, в какую. Потому что здесь я что-то не вижу, чтобы можно было как-то подняться. Похоже, надо туда как-то идти. Туда идти, сворачивать, чтобы меня аномалия не убила. Она там скочит наверх еще. На самый, да? То есть она наверх залезает, там туда можно пройти будет. Да, это, наверное, единственный вариант. То есть, допустим, она отсюда идет туда, потом наверх, потом сюда. Надо еще раз проверить, маршрут правильный или неправильный. То есть, какая периодичность идет. Да, все правильно. Значит, ждем тогда, пока она сюда дойдет. Готовимся, в общем-то, дойти. Ожидаем аномалию. Ждем, пока она наверх тогда ебанет. Потом сами наверх пойдем. Уебок, блять, тупой. Так, стоп. Да-да-да. Блять, а где мне запрыгнуть-то? Я что-то нихуя не понял.
Неужели наверх надо идти? Давай. Бля, а сюда тоже тупик, да, походу? Здесь везде тупики, блядь, какие-то ебаные. А, вот она, квартира. Фух, блядь, я думал, там квартира. Эти пидорасы меня продамажили. Они меня на искоренение въебали. А я думал, там можно что-то на крыше сделать. Нихуя, походу, нельзя там ничего сделать. Рисковал жизнью, получается. А как они гранату там четко закинули? Это вопрос интересный. А как мне спуститься, они меня контролят? Хорошо, хороший вопрос. Какие-то мансы могу сделать здесь? Ладно, в общем, мы здесь все забрали, все, что хотели. Ага. Хуесос внизу еще один. Я не достаю, по-моему, до этого. А, достал. Замечательно. Надо спускаться, блядь. Поймешь тут, блядь, этой ночью что как делать, когда по тебе палят. Еще надо выпрыгнуть отсюда и не сдохнуть, блядь. Здесь я могу выйти? Могу выйти. Не знаю, морфин вкалывать, не вкалывать.
Ну, часть дела мы сделали. Самое главное, что не растерялся, блядь, в этой перестрелке с аномалией плюс еще. Иначе я бы сдох либо от нее, либо от них. Это важно. Ну ладно, школа осталась. Сохранюсь, мало ли убьют с подстволом. Предполагаю такую ситуацию. Ладно, у нас школа осталась. Здесь я ничего не обнаружил. Не классно.
Блядь, а чё, ничего нету здесь? Серьёзно? Не верю. Есть же. Я тут, блин. Я думаю, они всех порешали, наверное. Ой, здесь ничего нет.
народ замес у вас. Ну, в принципе, все тогда получается. Школу я залутал. Больше нам ничего не интересно. Остальное мы все смотрели. А, мои щек надо забрать. Постараться забрать его. Но у нас, не знаю, хватит ли. Не хватит, наверное, веса. Там вроде тяжелый он. Ну давайте попробуем. Блять, ну как так-то? Ждут меня, суки. Они ждут меня. Слава. Блять, это так много.
Понял, понял. А ёбаный. Понятно, что слава стреляет. Походу это все. Да не, мне походу не хватит донести это. Больно тяжелая. Вряд ли. Хотя нет, если там килограмм 60, да, то может и хватит. У нас там больше. Да, меня там встречает уже. Или это, блядь, рандом? Или пули рикошетят. Да, наверное, не стоит идти пока. Лучше разгрузиться. Это будет правильным. Что я хуй знает. Мне маневренности не хватит. Выжить. Лучший вариант разгрузиться и сходить. Это, наверное, самый лучший вариант.
Самый ужасный ассортимент у него, я смотрю. Ну рассказывай. Что скажешь, брат? А нож у меня где? Проебался, что ли? Похоже, проебался. Или я его продал? Не помню уже. Да, маячок забрать тяжелый этот. Хронно. Сейчас точно должен забирать. Химера, похоже, опять где-то слева была. Нихуя я напугался. Так куда ты нахуй побежал, блядь? Хуя, что он делает? Это манцер, блядь. Засаду, да, мне привел? Ёбак, блядь. Ай-яй-яй.
Все, уходим отсюда. Миссия завершена, забрали. Теперь нас здесь ничего не держит. Отлично. Лям уже накопили. Где ж я нож проебал? Что, я думаю, с этой Припятью мы закончили. Больше делать нечего. Что скажешь, брат? Наверное, никакого смысла не задерживаться. Все, что хотели, залутали, все. Да, выкладывать-то, в принципе, нечего есть. Надо кого-то сделать. Да, кстати, в принципе, уже все. С этой Припяти все. Все закончили. Делать больше нечего там, в принципе. Так что, думаю, на этом тогда закончим.